Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И помните, как-то я был вот в этом месте, да? И посмотрите, как это место преобразилось. И если, например, мы с вами будем сейчас смотреть, что же такое, а мы с вами оказались в коттеджном поселке, который находится прямо на Донской. Вот перед нами находится жилой комплекс «Грант». От «Гранта» всего лишь, там, не знаю, там 50 метров, ну, может быть, 100 метров. Автобусная остановка на расстоянии 30 метров, да, прямо вот здесь, от конечного автобуса. Это у нас Донская. А что значит Донская? Это значит, что есть две школы, есть детский садик, есть гипермаркеты, есть магазинчики и тому подобное, есть тротуары, да-да-да-да. И я хочу вам показать последний таунхаус, который остался в данном коттеджном поселке. Я сразу могу сказать, что в целом, я не знал, что так быстро здесь все раскупят. Я, честное слово, не знал. Я думал, что они будут продаваться вечность. Но в итоге получилось, что самые дорогие, да, которые были выше по цене, они уже раскуплены. А остался один самый недорогой. И стоит он 8 миллионов 100. Сразу говорю, 8 миллионов 100. Кому-то подходит цена, кому-то не подходит. Я решил в своих видеороликах, чтобы там вас... не знаю, там, не вводить заблуждение и тому подобное. Я решил, сначала мы будем озвучивать цену, а потом будем проходить. Да, 138 квадратов. Давайте мы зайдем, посмотрим. Цена 8100. Я считаю, что цена более чем адекватна, тем более отштукатурена. Конечно, понимаю, что кто-то скажет: Макс, зачем эта дебильная перегородка? И вы здесь будете абсолютно правы. Например, я бы ее убрал бы, 100%. На данном этапе, в данном... в коттеджном поселке подключены все коммуникации, да, здесь у нас сейчас на данный момент подключает газ, и вода, электричество, канализация, все уже есть. Вид хороший, да, есть такая своя небольшая терраса, да, все в плиточке, все красиво, есть у нас водоотведение, в общем, все сделано довольно-таки неплохо, и даже маленькие-маленькие туи растут. Давайте поднимемся с вами на второй этаж, посмотрим, что же он из себя представляет. Здесь тоже, конечно, не самая лучшая планировка. Вот тут вот у нас псевдобалкон. С псевдобалкона у нас вид на жилой комплекс 1, 2, 3. Ну и, конечно же, на речку, которая называется Сочи. Если, например, мы посмотрим, сколько же здесь комнат. Ребят, это евродвушка. Здесь одна спальня, да, детская, небольшая. Ну и, конечно же, здесь мы видим с вами санузел. И еще одна спальня, взрослая, да, взрослая спальня. Если, например, мы посмотрим с вами с окна, да, здесь частный сектор. И вот здесь где-то мой первый потерянный квадрокоптер. Если мы посмотрим с вами на потолок, почему показываю потолок? Да, ответ очень прост, потому что почти в 90% таунхаусах сверху у нас обычно... Ой, блин, как я хорошо наступил-то, посмотрите. Если мы посмотрим в 90% таунхаусов, то мы с вами сделаем такой неутешительный вывод, что сверху идут балки. Здесь плита. Соответственно, дом продается не просто два этажа, подразумевается еще, что есть здесь мансардный этаж. Да? Только не знаю, как туда лестницу сделают, и там уже даже вырезанные окна. В каком-то из видеороликов я поднимался наверх по лестнице и показывал, что же там такого интересного есть. Кстати, дом из чего построен? Дом построен из керамзита. Также снаружи мы имеем с вами слой утеплителя, отштукатурено. И при этом цена 8 миллионов 100. Я считаю, что цена более чем адекватная, потому что земля в этом районе стоит 1 200 000, 1 300 000 за сотку. Еще раз вот хочу понять, как же наверх надо будет подниматься. Скорее всего, это будет какая-то выдвижная лестница, и сверху можно использовать, скорее всего, больше как склад. Ну, может быть, еще как что-нибудь. И вот этот выем, да, тоже ни туда, ни сюда. Я думаю, по логике нужно здесь сделать дверь, и пускай это выем относится вот к этой спальне, 100%. Потому что именно с этой стороны, я считаю, это, ну, я считаю, что это, мягко говоря, не нужно. Ну, чему я это говорю? Конечно, лучший вариант — это брать в черновом варианте, да, потому что тогда вы сможете распланировать то, как вам нужно, то, как вы видите. Даже вот здесь, да, получилось непонятно, зачем это сделали, вот это, для чего это сделано, непонятно. Конечно, я со своей стороны бы эту стенку давно бы убрал. Ну и вот эта небольшая территория мне тоже нравится. Все-таки можно взять здесь, поставить столик, да, и спокойно наслаждаться. Еще раз повторюсь, все таунхаусы в этом месте выкуплены, и остался только
Один – это секция, которая стоит 8 100 000 рублей. Все подведено, можете заехать делать ремонт и уже жить. Газ будет в течение 2 недель. Видите, да, газовщики сейчас занимаются тем, что варят трубы, да, и газ полностью здесь уже проплачен, полностью все готово. Поэтому давайте покажу вам еще раз территорию, покажу вам заезд. Заезд комфортный, все красиво здесь сделано. И я считаю, что если вдруг кому-то нужен танхаус для семьи, да, вы как бы находитесь в центре и не в центре. Посмотрите, да, везде у нас сделана дренажка, да, не будет у нас скапливаться вода. Все тоже сделано довольно-таки неплохо. Но я, конечно, был влюблен именно вот в эту секцию, которая стоит 9,5 миллионов рублей. Но за 9,5 миллионов рублей купили в первую очередь. Ну все, ребят, теперь вам всем хорошее настроение, побольше позитива. Если вдруг кто-то хочет на Донской жить в танхаусе, то это ваш шанс. И добро пожаловать в город Сочи. А теперь пока.